Да, я вот подумал, найти помощь. Какую помощь тебе надо? Тебе надо лечиться от всех этих зависимостей, от всех этих кошмаров, от всей этой хрени, которая здесь происходит. Ведь если мы оказываемся между двумя мирами, значит, нам по-любому надо психотерапевт. Залог накрылся. А с кем ты разговариваешь, друг? О, черт. Карл Стаки, рад познакомиться. При бронировании необходим залог, он не возвращается. Все по-честному. Проблемы. Проблемы, Алан Вейк. Я надеюсь, твои кошмары тебя точно здесь где-нибудь кончат. Так. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Страница рукописи. Шикарно. Добрый день. Так, здесь проходит какая-то чертовщина. Я лучше буду аккуратненько продвигаться, а то мало ли... Мало ли, может что-то. Бревна живут, как в этом фильме, помните? Поворот не туда, кажется, так или... Нет, пункт назначения, по-моему, да, называется. Я уже не помню. Там, конечно, сценка была с бревнами жесткая. Так, значит, следуя по ориентиру, мне надо пробраться через эти лабиринты прессованных бревен. Давайте посмотрим. Тихо, черт. Мать твою, а. Чуть не родил от страха. Так, я тоже хочу так прыгать, но пока что... Пока что никак. Так, я снова вижу белый свет и вижу, что залог не возвращается. Там мне плевать, мне лишь бы добраться. Давайте, метнулись кабанчиком быстро к свету. Посмотрим. Bright Falls. Нужно было что-то делать. В любой момент Стаки мог начать крушить дверь топором, как Джек Николсон в «Сиянии». Отлично, мы нашли фонарик Энерджайзер и нашли Валеру. Прекрасно, будем смотреть, что делать дальше. Энерджайзер. Отлично, реклама. Кстати, хорошие батарейки, только, сука, дорогие очень. А так, в принципе, ничего. Взять, что это, боеприпасы для револьвера. Замечательно, мы взяли, что можно использовать, телефон. Читайте, слушайте, я пока посмотрю, что здесь творится. Так, неплохо. В принципе, здесь можно жить. Что? Что происходит? Что там за нахер? Так. Мне это очень не нравится. Нет, друг, это плохая... Это очень плохая затея. Это очень плохая затея. Что ж ты творишь, ублюдок? Смотрите, он меня хочет зарушить. Быстро, Вейк, прыгай. Прыгай. Есть. Черт. Зарушился наш теремок, смотрите. Прощай, друг. Ты мне был отличным местом. Я у тебя взял фонарик Энерджайзер и Валеру револьверчик. Так, у меня 24 патрона и 6 зарядов этих батареек. Да. Это в самом деле печально. Нет повести печальнее на свете, чем повесть об обрушившемся тракторе, который туда упал вместе с офисом. Так, что нам надо делать? Давайте посмотрим. Добраться до бензоколонки. Чтоб вы были здоровы. Так, здесь можно нажать. Неплохо. А вот и вражина появилась. Шикарно. Ну что, давай. Леськи-масяськи потанцуем. Опа. Видите, как я могу делать? И он даже не ударил меня. Давайте заманим его на свет. Посмотрим. Иди сюда. Фак, видите, как умно. Лежа поразмыслил и сделал такой хитрожопый план. Заманил эту тварь на свет. Прямо как вампиры, честное слово. У нас вампиры света боятся. Бабушки в подъездах света боятся. Молодежь боится света. И вот эта темная сущность. Что здесь, пнуть? Если бы у нас все... Нет, по принципу в России у нас все так работает. Надо что-то пнуть, и оно обязательно заработает. Хочешь работать... Пнул тебя и пошел работать. Хочешь жрать, пни холодильник, открой, пожри. Хочешь, чтобы пельмени быстрее растали, пни их, они быстрее разлетятся и растают. Не знаю, хочешь, чтобы что-то работало, вот, включить, пни. Реально, зачем заморачиваться? Если все работает по принципу тени толкая. Что это такое? Что за хрень вообще? Какие-то стрелочки, давайте посмотрим, куда это ведет.
А там потом находишь, лежит кошелечек на земле, а в кошельке какашка. Да. Глупо. Так, взять ракетницу. Хорошо, у нас есть один заряд ракетницы. Я бы попробовал сделать, по примеру, так, пустить в голову ракетницу, и все. И кошмары больше мучить не будут, и нервы вашего покорного слуги тоже будут в порядке. Так, хорошо, продвигаемся. Черт, опять этот сраный самосвал. Я уж боюсь всех этих экскаваторов, эскалаторов, тракторов и прочей хрени, а? Тихо, тихо. Не густо, братюнь. Так, несколько зарядов из Валеры. Видите, Валера, настало твое время. Так что плевать на наркомана Павлика, хотя... Alan Wake реально круче. Так, давайте посмотрим. Значит, можно пойти туда, вот налево посмотреть, что там такое. Хотя, знаете, затейка очень плохая, но тем не менее. Отлично. Что здесь такое? Страницы рукописи. Я уже находил страницы рукописи. Давайте я вам покажу, что это за страницы. Где-то моя F5. Вот ты где. Так, светит на удир. Вот, смотрите. Одержимый стоял передо мной. На нем невозможно было сосредоточить внимание. Словно он находился в слепой зоне, порожденной опухолью головного мозга или глазной болезнью. Из него сочились тени, расползались, как черные пятна в воде. Так, как облако крови от укуса акулы и прочий наркоманский бред, который не, можно и не читать. Можно и не читать. Так, я как-то пробежал и не заметил, что здесь есть ящичек с полезными вещами. Давайте посмотрим. Шикарно, батарейки. У нас с вами, видите, фонарик. И немножко батареек. Так, хорошо. Хорошо. Черт, что там такое? Птичка. Так, опять помутнение. Опять какие-то глюки нашего главного героя. И снова бабушка Божий одуванчик. Помните, мы уже видели в начале ее. Бабулька, не знаю, просто жесть какая-то. Мы с вами плавно из Alan Wake перетекаем в джунгли Крайзиса. Не хватает только миллиона корейцев, которых надо было бы перебить. Добраться до бензоколонки. Не знаю, может доберемся до бензоколонки, понюхаем бензин, и может наш Alan Wake придет в мир реальный, где все хорошо, где бабочки не какают, или как там было. Это чушь, помните? Мультик какой-то про детей был там вообще. Кушаю бабочек, какую феями, да? Так, куда бежать? Куда бежать, что делать? Добраться. Так, здесь вода. Бежим, смотрим. Пока что, кроме тумана и повышенной влажности, здесь особо не на что смотреть. Но тем не менее. Так, вот тут бревна какие-то. Наш главный герой очень любит бревна. Я уже заметил его симпатию подобным длинным таким предметом овальным. Ну, посмотрим, что здесь еще. Какой-то обрывок сознания. Давайте возьмем его. Я эту чушь читать не буду, просто потому что мы... Итак, поймем, что здесь будет происходить. Объясняю для тех, кто не солидарен с моим мнением. Рукописи. В рукописях написано то, что вы встретите по игре. То, что будет, к примеру, Alan Wake встретит кролика из рекламы Несвика, который будет срать шоколадными этими кружочками. Но, как видите, вот такой вот, такие вот штучки будут. Маленькие спойлеры. Так, куда мне надо, я не могу понять. Куда бежать? Вроде бы как точка есть, а точки нет. Есть, нет. Давайте ускоримся, побегаем по-быстрому. Но, судя по всему, мы бежим с вами правильно. Давайте посмотрим. Да, свет в конце туннеля. Уже можно так его назвать. Давайте перебежим, посмотрим. Что здесь за чертовщина? Тихо, 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 друзья. По очереди, аккуратненько. Надо уклоняться, видите, он периодически топор кидает, поэтому... Такое дело. Все. Эти готовы. Поднимаемся, Вейк. Поднимаемся. Самое интересное, что батарейки можно менять, но только в том случае, если вы попали в такую, знаете, ситуацию, как, которая в простонародье называется полная жопа. То есть вас окружила эта тьма, и надо быстро посветить фонариком. А вообще, смотрите, вот я делаю усиление, да? Теперь я отпускаю, и вы можете видеть вверху в левом углу, что шкала нашего фонарика заполняется, то есть автоматически. Но для этого нужно больше времени, поэтому рассчитывать на какие-то снисхождения со стороны фонарика и фирмы Energizer не стоит. А мы продолжаем бежать. Мы продолжаем бежать. Боже, лестница оказалась сломана.
Да что ты говоришь? А подтянуться? А присесть и подпрыгнуть выше головы? Нет, ну конечно, надо найти. Надо найти вариант, что тут делать дальше. Хорошо, нам показывают, что где-то сюда, куда-то сюда надо идти. Электричества не было, но на лесосеке. Нормально, лесосек. Найдем где-то электричество. Так. А вон, я вижу уже электричество. Побежали, Вейк, ускорение, давай. Опа. Марафон среди бегущих, первых нет и отстающих. Так. Смотрите, темные господа, видите? Все, мы, в принципе, выжгли одного и второго. Вот какие они работники лесопилки. Тихо, тихонько. Я еще с этим не расправился. Ну что, давай побегаем. Смотрите, какой он резкий. Тихо. Четко я увернулся. Вейк, молодец. Возьми с полки пирожок за такие маневры. Шикарно. Финиш хим. Все, теперь эту тарантайку можно завести. Давай. Раз. Два. Есть. И что дальше? Ага, вот помните, красная лампочка мигала? Теперь здесь можно пойти и нажать кнопочку... А нет, пнуть! Я помню, у Алана Вейка пнуть. У него все решается с помощью пинка. Ну, мало ли, что у нас здесь? Еще одна письменность. И что здесь? О, господи, мы нашли с вами дробовик. Какое счастье. И всего двухзарядный дробовик, это вообще не дело, поэтому я лучше возьму пока что пистолет. Найдем с вами побольше боеприпасов, смотрите. Что там за такое за движение? Так, надо спросить у местной тьмы, может быть, они котенка видели, которого здесь, помните, мы с вами видели объявление о пропавшем котейке. Хотелось бы найти и узнать, какая судьба у него была дальше, потому что наши кошмары, это хорошо, конечно, но кот, который потерялся, это еще хуже. Хочется найти котейку, чтобы... О, термос, мать твою, термос, быстро. Смотрите, как Алан аж подхватился. Аж ноги в руки и пятки засверкали, как надо термос забрать. Самое интересное и самое интересное то, что никакой пользы от этого термоса нету, просто хрень мы собираем. То мы в кондемнете мертвых голубей собирали, а теперь мы собираем термосы. Что теперь делать? Погрузчик, отлично. Отлично. Так, головоломка прям для что, где, когда, что надо сделать. Вот примерно так. И 1000 рублей уходит Алии Саратова. За умную подсказку. Хотя можно и Брейну из Москвы, проще говоря. Так, поднимаемся. Вот, специально для индивидуумов здесь даже лестница сделана. Раз, два, раз, два, раз. Есть. Добраться до верхнего прохода. Верхний проход. Я надеюсь, это не тот проход. Ну ладно. Не будем опошлять и так пошлую игру. Опа. Запрыгнули. Странно, что жизни не забрал. Обычно у каждого телодвижения нашего главного героя забирает какую-то часть жизни. Так, ну что, мы дошли до биотуалета. Давайте. Нет, реально, друзья, реально было бы интереснее, если бы вместо столбов были бы кабинки с биотуалетом, и наш главный герой бегал бы от одной кабинки к другой, отравившись привокзальным чебуреком. Это реально было бы классно. А так, сущность, да, подумаешь, сущность. Не такое видали. Сайлент Хилл и прочее там похлеще были. Да, без медсестер, конечно, скучно здесь. Так, у нас 0 зарядов в нашем револьверчике, давайте перезарядим. Что здесь? Блин, эта рукопись реально годится только на то, чтобы сходить с ней в туалет, не более. Потому что толку и пользы, к сожалению, очень мало. Так, я вижу там какие-то вывески, очень похожи на те, что бывают на американских заправках. Давайте посмотрим, что там такое. А, реально, смотрите, туман. Добрый день, Silent Hill. Леса, здравствуй, Крайзис. Хотя леса такие тут больше хвойные, видите, леса. В Крайзисе у нас были тропические, но тем не менее... Что-то здесь такое есть. Хорошо. Так, у меня есть, значит, дробовик. Давайте возьмем пока его. Посмотрим. Всего 6 зарядов у нас. И... Так, топор. Мне это не нравится. Смотрите, помутнение. Видите, рассудка. Давайте быстро используем. Давай, 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 Вейк, мать твою, быстрей. А, все. Не успел ни хрена. Ни хрена не успел, козлина. Тихо, 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 отошел, 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 отошел. Тихо, 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 друзья, без паники. Так, у меня есть ракета. Давай, стреляй. Есть, вроде бы стрельнул, но я думал, сейчас помру, не знаю, друзья, что произошло. Мне не дали, значит, завести генератор, давайте еще раз попробуем. А. Все, зажгли. А в этот раз мы успели, как видите, темная сущность пропала. То есть никаких проблем. Никаких проблем.
Жизни у нас тоже, в принципе, восполнились, поэтому можно бежать дальше. Смотреть на хрень, которая здесь подтворится, вообще полная жесть. Полная жесть, друзья. Так, опять. Так получилось, что, видите, случайно. Один заряд пролетел мимо, так, я вижу, он листочек, давайте заберем. То есть, как говорится, если вы не знаете, куда идти, просто идите на свет. Это, по-моему, самое умное, что вообще из подсказок было в этой игре. То есть не знаешь, куда идти, иди на свет, и все. И ты выйдешь в светлое будущее. Или в реальность нашего главного героя. Хотя, знаете, что реальность, что... Так, пропали, видите? Как только мы на свету, все пропадает. Ну, пропадают именно враги наш. Забираем подарки, забираем для револьвера. Амуницию наш. Так, давайте посмотрим, что здесь опять. Меня преследует американский вариант, видите, трактора Яси. Ну что ж, такой, что ж поделаешь-то? Интересно. Нам явно сюда. Тихо. Без паники. Знаете, как в детстве, помните, были автоматы такие, кидаешь монетку, и можно было игрушку вытягивать. Очень популярная была тема. До сих пор они есть в парках аттракционов, в разных магазинах стоят. Классная штука. Я всегда мечтал какую-нибудь свинушку красивую, мягкую вынуть. Но, падла, никогда не получалось. Вот подхватываешь так. А, черт возьми. Убираем револьвер, давайте посмотрим. Смотрите, каких много, видите? Тихо. Надо еще вовремя уклоняться от их дел. Так, там еще один был где-то, третий. Видите, можно даже без усиления его выжить. Хотя, когда мы используем усиленный фонарик, то есть они, как бы, видите, рукой закрывают свет, поэтому не видят, куда бежать, что делать, и можно в этот момент очень быстро с врагами расправиться. Это тоже хорошая особенность. А мы продолжаем играть и смотрим, что здесь. Дробовик опять, патрончики. Что у нас по ящику? Главное, чтобы не Дом 2, а с Ксенией Собчак. А так, в принципе, нормально. Открываем возможность пройти дальше. Отлично. Я уже думал, не перепрыгнет, если честно. А, ну что у нас здесь? Давайте посмотрим, что это такое. Отлично. Пока что я не понял, какая польза от того, что я нажал. То есть я нажал, хорошо. Главное, что не пнуть. Так, я снова выбираю револьвер, потому что двухзарядный дробовик — это не самое приятное, что могло бы со мной сейчас случиться. Так. Что происходит? Почему так помутнело все? Черт. Ускоряемся, Алан Вейк. Побежали быстро. Так, плотник местный появился. Давайте посмотрим. Это уже посерьезнее. Так, один готов. Давайте. Это уже двое, видите, готовы. Так, уклоняемся. Быстро уклонение. Очень удачно. Слава богу, помните, в прошлый раз они меня зажали, твари, так что я хрен оттуда бы выбрался. Сейчас, конечно, попроще. Тихо, друзья. Без паники. Тихо, друг. Что ж такой борзый? Все, мы с ними разобрались. Главное, чтобы это не упало мне на голову. Зомбирует. А, еще один, смотрите. Какой резкий, ёпта. Главное, чтобы он не подходил так близко, потому что близко подходит, и если я не буду выжигать его, то это будет просто жесть. Он меня сразу топором пол головы нашей писательской отрубит. А видите, у этого надо больше потратить, видимо, какой-то мини-босс. Но он и двигался быстрее, чем другие, самое интересное. Термос. Быстро, Алан, ускоряйся. Свежий кофе никогда не помешает. Так, продвигаемся. Ну, понятно, да. Пнуть, открыть, что-то включить, сломать. Нормальное явление. В некоторых играх просто надо провода вырвать. Или с ноги там что-то прострелить. Мне иногда казалось, что вот если работает что-то, да, закрытый ворота, к примеру. Кстати, смотрите, там олень. Большой. То если вы бьете с ноги, выламываете, то оно ломается, но никак не открывается, оно ломается. Это две большие разницы, сломать и открыть. Так, значит, мы пришли с вами на заправку, здесь олень большой. Молодец, что ты узнал карнавальную лестницу, я тоже узнал. Узнаем зато, почем у нас бензин в Брайт Фолсе, какие наценки. Так, надо еще найти путь, как сюда пробраться.
Неплохо. Так, пороемся в мусорных отходах, может что-то найдем, патрончики там, может быть мозги себе новые. Добраться до бензоколонки. Здесь, как обычно, видите, у нас чекпоинты и контрольные точки сразу на свету. Алан попал на свет и все. О, господи, контрольная точка. Так, забираем еще одну страницу рукописи. Так, почем у нас бензин? Где-то расценки должны быть. Пока что ничего интересного нету. Хорошо, продвигаемся. Смотрите, какая здесь жесть. А, черт, ослепило. Замечательно. В телевизоре показан, видите, наш главный герой, то есть очередные его мысли, только как бы с третьих глаз, можно сказать, смотрим на происходящее. Так, мы добрались, смотрите, видите, тут много чего интересного. Может, патроны есть, давайте посмотрим, можно читать. Я не буду эти вывески читать. Так, это обычный такой, знаете, на заправке такая забегаловка. Чисто реально в американском стиле, такой еще годов 70-х. Давайте возьмем телефон. О, шериф, слава богу. Шериф Сара Бейкер, а вы? Я Алан Уэйк, послушайте, я попал в аварию. Элис, моя жена, она исчезла. Успокойтесь, мистер Уэйк. На озере Колдрон нет острова, он исчез еще в 70-х после извержения. Я могу показать, где это было. С вами все в порядке? Послушайте, мы скоро в этом разберемся. Садитесь в машину, сейчас мы заедем на озеро, а потом отправимся в участок. Понятно? Мистер Уэйк, вы случайно не видели Стаки, хозяина этого места? Я понимал, что о случившемся со мной в лесу рассказывать нельзя. Она не поверила бы мне, а значит, не стала бы помогать искать Элис. Самый эпический фейл в этой игре, смотрите, в самом деле острова нету. Нету домика, ничего. Алан Уэйк. Что же делать? Что же нам делать, друзья? Это просто невероятно. Конец эпизода 1. Ну что ж, оставайтесь со мной, второй эпизод не за горами, узнаем, что же творится в Брайт Фоллс, друзья. Подписывайтесь на Брейн Шоу, заходите в группу ВКонтакте, всегда всем рад. Пока-пока.